Уважаемые коллеги, просьба зарегистрироваться. Коллеги, включите, пожалуйста, режим голосования, режим регистрации. Коллеги, регистрируемся. Покажите, пожалуйста, регистрацию. Уважаемые коллеги, в зале присутствует 430 депутатов, отсутствует 20. Кворум есть. Уважаемые коллеги, мы с вами при обсуждении повестки договорились на фиксированное время 16:00 вынести рассмотрение 9-го пункта о проекте федерального закона о единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию. Второе чтение. Доклад председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Евгеньевича Нилова. Пожалуйста. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, комитетом подготовлен проект закона, которым предполагается в январе 2017 года выплатить единовременную выплату в размере 5000 рублей пенсионерам, которые проживают на 1 января 2017 года в Российской Федерации, ко второму чтению. Было подготовлено две таблицы поправок, одна к принятию, другая к отклонению. Однако в связи с тем, что вчера было дано указание президента, поручение президента, распространить на другие категории граждан данную норму, мы провели комитет, и таким образом та таблица, которая ранее была представлена, номер один, ее нету, потому как авторы данной поправки отозвали. Взамен предыдущих поправок в зале роздана таблица, которая содержит новые поправки, и комитет оперативно их рассмотрел. Мы предлагаем эти поправки принять. А таблицу номер 2 предлагаем отклонить. Для стенограммы я обращаю внимание, что пунктом 3 статьи 1 закона раскрывается механизм получения единовременной выплаты для тех пенсионеров, которые получают двойную пенсию. При этом предполагается, что в том случае, если гражданин получает пенсию по линии пенсионного фонда и по линии военного силового ведомства, в этом случае 5000 он получит по линии пенсионного фонда. В том случае, если двойная пенсия, но она получается по линии силового ведомства, то в этом случае 5000 пенсионер получит по линии силового ведомства. Ну и все те пенсионеры, которые получают пенсии одну по линии пенсионного фонда, они по линии пенсионного фонда 5000 и получат. Поэтому просим поддержать таблицу поправок номер 1, отклонить таблицу поправок номер 2, и в случае принятия таблицы номер 1 и отклонения таблицы поправок номер 2 проголосовать за подготовленный ко второму чтению текст. Спасибо. Спасибо, Ярослав Евгеньевич. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы по таблице номер 1 поправок? Разные две поправки. Разные в зале. Там есть две поправочки. Да, пожалуйста. Нет. Нет? Нет. Коллеги, ставится... Да. Нет, вопросы нельзя. Нет, вопрос нет. Здесь одно отдельное голосование. Значит, коллеги, ставится на голосование таблица 1, рекомендуемая комитетом к принятию, розданная в зале. Включите режим голосования. Таблица поправок номер 2. Покажите, пожалуйста, результат. Принимается. Принимается. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы по таблице поправок номер 2? Есть. Есть. Включите, пожалуйста, режим записи на вопросы. Да, три поправки. Покажите список. Пожалуйста, Корниенко Алексей Викторович.
Уважаемый Вячеслав Викторович, я бы просил вынести на отдельное голосование поправку номер один из таблицы отклоненных. Угу. Номер один, Корниенко. Так, Смолин, пожалуйста. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, прошу вынести на отдельное голосование поправку номер два из таблицы отклоненных. Спасибо. Номер два. Так, Харитонов Николай Михайлович. Уважаемый Вячеслав Викторович, коллега Анилов, наверное, будет уместно спросить, а какова общая сумма выплаты вот в связи с предложением президента? Пожалуйста. Нет, коллеги, давайте мы вначале проголосуем, по процедуре пойдем, а затем будет возможность в заключительном слове ответить. Ладно? Коллеги, ставится на отдельное голосование таблица поправок номер 2, за исключением первой и второй. У нас там остается третья. Да. Включите, пожалуйста, режим голосования. На отклонение, да. Номер один. Корниенко обосновывает и Нилов обосновывает. Поправка номер один. Чья она? Корниенко? Корниенко, да. Его наверняка. Ну, наверняка или... Потому что если не его, то он... Покажите результат. Принимается. Принимается. Коллеги, поправка номер один. Корниенко, пожалуйста. Обоснуйте. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, поправкой к проекту федерального закона о единовременной выплате пенсионеров предлагается ввести норму об увеличении размера единовременной выплаты пенсионерам, проживающим на территориях с тяжелыми природно-климатическими условиями, на соответствующий районный коэффициент. Цель внесенного правительством Российской Федерации проекта федерального закона о единовременной выплате пенсионерам, как следует из пояснительной записки, усиление мер материальной поддержки отдельных категорий лиц в связи с повышением стоимости жизни и с учетом ситуации, складывающейся в 2016 году в экономике и социальной сфере. При этом в тексте, принятого в первом чтении законопроекта, не учтено, что повышение стоимости жизни на территории Российской Федерации происходит неравномерно. В районах с тяжелыми природно-климатическими условиями проживания стоимость жизни существенно дороже, чем в среднем по России. Например, в ряде регионов с особо климатическими условиями, для компенсации которых установлен районный коэффициент, прожиточный минимум пенсионера во втором квартале 2016 года составил 10 226 рублей в Приморском крае, 10 664 рубля в Хабаровском крае и 11 037 рублей в Сахалинской области. Аналогичная ситуация имеет место и в других территориях с особо климатическими условиями. В то же время среднероссийский показатель прожиточного минимума пенсионеров за второй квартал 2016 года составил 8 163 рубля. Полагаю, что при установлении социальных выплат следует применять справедливый и дифференцированный подход, учитывающий повышение цены на продукты питания, товары, услуги в регионах с особыми климатическими условиями. Исходя из изложенного, в интересах пенсионеров, проживающих в регионах с тяжелыми природно-климатическими условиями, считаю необходимым распространить действие районного коэффициента на вводимую единовременную выплату с целью компенсации более высокой стоимости проживания в данных местностях по сравнению с географическими и климатическими более благополучными регионами и среднероссийскими показателями. На реализацию данной инициативы потребуется около 1 миллиарда бюджета Российской Федерации. Где деньги? Деньги из резервного фонда. Прошу принять данную поправку. Спасибо. Комитет. Пожалуйста, Ярослав Евгеньевич. Уважаемый депутат Корниенко, комитет рассмотрел вашу поправку внимательно. Мы приглашали всех авторов при обсуждении и подготовке проекта закона. Лично я ее поддерживал, но учитывая, что он нарушает концепцию законопроекта, принятого в первом чтении, а также источник получения дополнительных средств на реализацию вашего предложения указан, не был. В связи с этим большинством голосов данная поправка была отклонена. А так действительно и цены, и условия жизни, например, в Нарьян-Маре или в Ростове, они абсолютно разные. И с вами можно согласиться и выразить поддержку вашей обеспокоенности. Поэтому комитет просит данную поправку отклонить. Представитель правительства, есть желание что-то добавить?
Нет, спасибо. Исчерпывающий как бы ответ. Действительно, концепция меняется, если такой подход избрать, когда был бы районный коэффициент. Концепция это исходит из того, что здесь 5000 рублей – это усредненный в целом по Российской Федерации размер, который компенсирует вышеназванную компенсацию затрат пенсионеров в связи с непроводимой индексацией. Спасибо. Уважаемые коллеги, ставится на голосование пункт 1. На голосование предложенный Корниенко. Комитет против. Кто за то, чтобы принять? Пожалуйста. Покажите результат. Поправка отклоняется. Пожалуйста, по пункту, по поправке номер 2, пожалуйста, Смолин. Олег Николаевич. Уважаемые коллеги, уважаемый Вячеслав Викторович, я напомню, что в 2016 году Думой было принято решение, на мой взгляд, ошибочное, не индексировать пенсии работающим пенсионерам вообще. Насколько я понимаю, такое же решение предполагается принять в отношении 2017 года. Помимо того, что большинство работающих пенсионеров у нас получают очень низкую пенсию, скажем, в бюджетной сфере это там 8-9 тысяч в селе и так далее, примерно такие же суммы, мы полагаем, что это решение неправильное, что оно, помимо всего прочего, экономически вредно. Оно будет стимулировать людей не продолжать работать, а уходить из сферы производства или работы вообще и, собственно, ничего не делать, находясь на пенсии. Поэтому первая часть нашей поправки заключается в том, что мы предлагаем единовременную выплату выплатить не только неработающим, но и работающим пенсионерам. Вторая часть нашей поправки связана с дискуссией, которая здесь развернулась при принятии законопроекта в первом чтении. Нам наши уважаемые коллеги и оппоненты говорили, что мы не понимаем своего счастья, что эта поправка одинаковая для всех, соответственно, означает большие выплаты для пенсионеров с низким размером пенсии. Но, коллеги, мы уважаем наших оппонентов, но арифметика дороже. Вот мы провели простой подсчет, оказалось, что если взять только самых бедных пенсионеров, официально у нас считается, что прожиточный минимум пенсионера, до которого должно доплачиваться пенсии 8803 рубля, так вот, если взять только самых бедных пенсионеров, то получается, что им, неработающим, мы не доплатили 8715 рублей, 13% от пенсии, плюс помноженное на 11 месяцев. А работающим пенсионерам, таким же, самым необеспеченным, с пенсией ниже 8800, мы не доплатили 12590 рублей. Поэтому 5000, увы, никак не помогают бедным пенсионерам, просто у них немножечко меньше отнимается доход, чем если бы они получали более высокую пенсию. Просим поддержать поправку. Спасибо. Пожалуйста, комитет. Также разделяю вашу обеспокоенность неиндексацией пенсий для работающих пенсионеров в прошлом году. Кстати, при рассмотрении проекта бюджета на 17-е последующие года пенсионного фонда мы это отразили в своем заключении, что мы считаем это недопустимым и неправильным. Кроме этого, я как депутат в личном плане тоже вас поддержал, вашу поправку, но учитывая, что не указан источник дополнительных расходов и также в связи с тем, что нарушается концепция законопроекта, принята в первом чтении, большинством голосов ваша поправка не была поддержана. Таким образом, решение комитета данную поправку отклонить. Спасибо. Пожалуйста, представитель правительства, дополнение. Спасибо. Олег Николаевич, вопрос номер один в отношении выплаты работающим и неработающим. Я бы хотел сказать однозначно, исходя из законопроекта, выплата 5000 рублей будет осуществляться и в отношении категории работающих пенсионеров, и в отношении неработающих пенсионеров, независимо от этого статуса. Это первая часть. А вторая часть, касающая дифференциации, здесь ответ на этот вопрос сходный с предыдущим. Это действительно нарушается концепция законопроекта. Мы исходили из того, что 5000 рублей – это средний размер увеличения адекватного размера, который был бы, если была бы индексация соответствующей даты.
И я бы здесь как раз опроверг бы математически о том, что если брать средний размер пенсии и средний размер предлагаемого нам увеличения, то для категории, которая получает низкие размеры пенсии, эта выплата превышает совокупный объем полученных выплат. Если бы, дабы как бы абстрактно представить, что была бы индексация, которая также в данном случае носит как бы действительно абстрактный характер, поскольку этой цифры же не названа. Поэтому с нашей точки зрения этот размер адекватный и совокупный. Поправку поддерживать нельзя. Повторюсь в конце, нарушает концепцию законопроекта. Спасибо. Спасибо. Коллеги, ставится на голосование поправка номер 2. Комитет за отклонение. Кто за то, чтобы принять? Включите режим голосования. Покажите результат. Поправка отклоняется. Уважаемые коллеги, ставится на голосование во втором чтении. Так. Спасибо. Ярослав Евгеньевич, у вас есть что-то? В случае принятия во втором просим вынести на третье чтение на пятницу. И в случае, если будут какого-либо рода технические замечания к тексту второго чтения, он в зале раздается, то в рамках регламентных процедур комитет его доработает к третьему чтению к пятнице. Просим поддержать. Спасибо. Спасибо, Ярослав Евгеньевич. Уважаемые коллеги, ставится на голосование пункт 9 нашей повестки о проекте федерального закона о единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию. Просьба включить режим голосования. Покажите результат. Законопроект во втором чтении принимается. За 426, против 0, воздержался 1. Коллеги, переходим к рассмотрению нашей повестки. Мы прервались на рассмотрение 23 пункта. И, коллеги, как вы помните, у нас задавались вопросы. Как мне подсказывает Савельев, Дмитрий Иванович снял свой вопрос. У нас с вами... Остался Дивинский. Нет, да, Дивинский. Игорь Борисович, пожалуйста, Игорь Борисович. Спасибо, уважаемый Вячеслав Викторович. Уважаемый Алексей Владимирович, собственно говоря, я уже получил ответ на свой предполагаемый вопрос, и даже трижды с аллегорическим примером с пачкой сигарет, но вместе с тем появилось предложение разработать специальные требования к порядку размещения информации в помещениях банков и на их сайтах. И это при подготовке ко второму чтению. Ответ не требуется. Это предложение. Уважаемые коллеги, кто хотел бы по данному вопросу выступить? Есть. Есть. Пожалуйста, включите режим записи на выступление. Покажите список. Николаев Олег Алексеевич, подготовиться к Карамышеву. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, фракция «Справедливая Россия» данный законопроект поддерживает. То есть заложенная в ней концепция, на наш взгляд, на самом деле делает более, наверное, понятной предлагаемую банками услугу для заемщиков. Соответствующим образом, наверное, уменьшает все-таки те возможные риски или же позволит осознанно взять риски заемщиками на себя в случае оформления соответствующего договора. Но исходя из того опыта, который есть в том числе по ипотечным кредитам, есть предложение ко второму чтению пообсуждать все-таки, может быть, даже некое обязательность перевода договора из иностранной валюты в национальную валюту, то есть в рублевую, при, скажем так,
перехода определенной границы там, валюты, в случае там, изменения валюты, там, допустим, там 20-30%, по заявлению, естественно, одного из сторон. А так фракция «Справедливая Россия» поддерживает данный законопроект. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Карамышев Виктор Николаевич, подготовьтесь к Гулевскому. Уважаемые коллеги, уверен, что данный законопроект, конечно, будет принят. Но вот мне хотелось бы обратиться к Алексею Владимировичу, к представителю правительства, с просьбой, ну, наверное, более системно всегда подходить к рассматриваемым вопросам. Вот мы только этим законом регулируется всего лишь узкий спектр взаимоотношений кредиторов и заемщиков. А на виду, и сейчас очень много идет негатива, взаимоотношения заемщиков с микрофинансовыми организациями, когда кредиты берутся под залог жилья и через решение судов лишают единственного жилья, и это имеет, ну, такой, уже носит широкую практику имеет. И вот только, например, в Удмуртии с 1 января 2015 года были лишены жилья, единственного, подчеркну, порядка 240 семей. Согласно Конституции, человек имеет право на жилище. И жилье единственное нельзя забирать, за исключением, если это не является и ипотечным кредитом. А любой кредит, взятый под жилье, является ипотечным. Наверное, давайте, вот, коль мы это рассматриваем вопрос, рассмотрим в более широком спектре. Спасибо. Пожалуйста, Кулевский Михаил Владимирович, подготовьтесь к Тасованову. Спасибо. Уважаемый Вячеслав Ильич, уважаемые коллеги, мы видим, что законопроект важен и нужен, и в первую очередь для заемщика. Да, может быть, он и немного опоздал, о чем сегодня говорили, но какие жаркие дискуссии были в процессе обсуждения вот данного законопроекта. Значит, у всех в душе он нашел отклик. Я хочу сказать, есть такое выражение, кто обладает информацией, тот обладает миром. Но, правда, не всегда это получается. Хиллари Клинтон обладала огромной информацией, но не только не завладела миром, но и своей Америкой. Поэтому наш закон, он позволит в первую очередь обеспечить дополнительную степень защиты заемщика и их интересы и минимизировать их риски. И фракции партии «Единая Россия», уважаемые коллеги, рекомендуют принять законопроект в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Катасонов Сергей Михайлович, подготовиться к своему. Ну, предыдущий выступающий опять сказал о том, что этим законом мы все-таки защищаем наших заемщиков от таких ужасных банкиров, которые дают эти кредиты. На мой взгляд, я поддержу коллегу Лугового, все-таки этой фразой мы защищаем банки, но никак не наших заемщиков. Почему? Потому что когда придет заемщик и в случае дефолта предъявит банку претензии о том, что вот он не может решить этот вопрос, что сделает банк? Он откроет жирным шрифтом эту страничку с текстом и покажет, а вот я тебя предупреждал. Вот на мой взгляд, я прошу просто задуматься, наличие этого текста, оно вообще никак не защищает заемщика. Вы подумайте, в заключении комитета написано «защищает». Ну уж вы помилуйте, ну хотя бы написали бы «информирует». Но защищать-то оно его, ну, точно никак не защищает. Вот защита какая может быть? Вот если мы уж про ипотечников говорили сегодня. Может, например, субсидирование. Да? Есть постановление правительства, там, которое позволяет банкам, да, в размере 50% при 1 200 000 там, использовать. Ну, мера, согласен. Это защита. Можно реструктуризировать. Тоже защита. Можно зафиксировать курс и так далее. Вот это защита. А информация, вот если мы дословно, в открытых местах, в интернете, в договоре, ну, это уж точно никакая не защита. Более того, посмотрите, мы еще 3 месяца даем банкам. Представляете, 3 месяца им нужно для того, чтобы вооружиться. Я вспоминаю, когда мы принимали закон подакцизный, так мы бедным нашим производителям вообще не дали
трех месяцев на то, чтобы они использовали то, что уже изготовили по старой продукции. А здесь прямо такие ограничения. Давайте рассмотрим вот в этой ситуации, раз мы рассматриваем вот этот законопроект, про второе чтение говорим. Я хочу напомнить, что фракция ЛДПР наша вносила законопроект, суть которого, вот на мой взгляд, Алексей Владимирович, нам нужно найти механизм ограничения права кредитора удовлетворять денежные требования по ипотечному залогу размером стоимости заложенного имущества. Вот, может, я так сложно сказал, но суть понятна, да? То есть, если мы с вами что-то закладываем, вот давайте рассмотрим банк и заемщик. Кто в этой паре самый, скажем так, юридически подготовленный, который оценивает и динамику изменения курса валюты от фракции, поставьте, пожалуйста. И отслеживает, скажем так, изменения на рынках. Ну кто? Ну заемщик или банк? Ну, наверное, банк. Есть юридическая служба этого банка. То есть взвешивается все за и против. Дальше. Вы мне покажите хотя бы один банк, который возьмет в залог в форме ипотеки имущество, которое не стоит этого кредита. Ну ни один банк этого не сделает. Ну если стандартный ипотечный, значит 30% мы вносим. То есть условно рыночная стоимость квартиры снижается на 30%, и это является обеспечением того кредита. Что у нас произошло и происходит? Я, кстати, хочу сказать, и вот мне понравилось предыдущее выступление, где говорили о том, что выселяют наших людей, жителей. Дело в том, что это ведь страдают-то не только ипотечные заемщики. Здесь понятно, произошел дефолт, в два раза изменилась стоимость рубля и так далее. А я вам скажу, другая практика. Есть в Оренбургской области другая практика. Когда больше половины выплачено по ипотечному договору, а потом банк берет, мелкими шрифтом печатает объявление и за 10% продает квартиру. И в результате человек, который практически большую часть выплатил, оказывается должен банку, имущества этого нет и так далее. Так вот, если мы хотим защитить наших заемщиков, ну давайте мы договоримся. Если люди пришли, банк с одной стороны, еще раз, с юристами защитили, первое. Второе. Сделали дисконт на 30%. Третье. Заставили застраховать это имущество в размере рыночной стоимости. Четвертое. Не разрешают заемщику ухудшать это имущество, отделять, уменьшать. Не разрешают. Пятое. Банк имеет право предъявить все требования по просрочке, пеню, значит, издержки по изъему, из-под ареста этого имущества и так далее. Слушайте, банк закрылся полностью. А вы хотите вот этой бумагой, значит, вот вклеить в договор и говорить, мы защитили. Но это неправда. Вообще, на мой взгляд, вот такой подход, мы как-то сегодня очень серьезно эту тему разбираем, мне даже он дискредитирует правительство с точки зрения защиты нашего населения. Это же, если это все, на что мы можем, то это печально, к моему сожалению. Поэтому вот возвращаясь сегодня, можно ли это будет поправить ко второму чтению или нет, но в принципе такой законопроект у ЛДПР есть. Давайте мы с вами определимся. Если, ну как в нормальном бытовом плане, если вы у кого-то занимаете, и под этот заем вы отдаете залог, ну условно, вы попросили 100 тысяч у соседа, отдали машину. Вот представьте такая ситуация, сосед забрал эту машину, а потом говорит, еще мне 100 тысяч отдай. Но вот сегодня на ипотечном рынке, где у нас валютная ипотека, и там, где банки обманывают наших заемщиков, у нас точно такая ситуация. Поэтому понятно, что идеально это было бы распространить и на бизнес в том числе. Но давайте хотя бы маленький шаг, мы к физлицам перейдем, ограничим право требования в размере стоимости заложенного имущества. Если банк на себя эти риски взял, слушайте, вот мы два человека, мы пришли, банкир и я, мы договариваемся. Мы посмотрели динамику валютного рынка, все посмотрели, потом мне сделали дисконт. Ну, наверное, риск-то должен банк на себя принимать. Если что-то произошло, вот в этом плане еще один правительству могу подсказать вариант. Татарстан. Вот как у них решается вопрос, когда они взаимодействуют по социальному жилью. Но вы тогда оформите, вот сколько оплачено по валютной ипотеке. Вы выкупили в квадратных метрах половину квартиры. Половина квартиры, пусть собственник будет тот, кто работает, но половину оформите банк на себя. Да пусть он живет, потом арендует эту квартиру. Но какие проблемы? Решений-то много. Только вы почему-то приходите в этот зал вот с такими фразами, которые никак не решают защиту наших заемщиков. У нас предложений у фракции много, я думаю, что их поддержит и большинство зала. Давайте, Алексей Владимирович, как-то будем работать конструктивней. А вот так защитить, сказать, что мы напишем и тем самым защитить сможем наше население, это, конечно, неправда.
Поэтому предложения у фракции ЛДПР есть, мы готовы их вам направить, мы рассчитываем на добрую волю нашего правительства. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Сысоев Владимир Владимирович. Спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемые коллеги, нужен ли данный законопроект? Наверное, действительно нужен. Но решает ли он системно проблемы, связанные в целом с реализацией закона о потребительском кредите, займе, с теми системными проблемами, с которыми сегодня столкнулись граждане? Нет, нет, он не решает. Ведь в свое время у Минфина была хорошая программа, называлась «Финансовая грамотность населения страны». Но значит, программа показала свою неэффективность и до конца не выполнила тех целей и задач, которые перед ней стояли. Где мы сегодня находимся? Большая закредитованность населения, огромные долги граждан, их неплатежеспособность сегодня выливается в те показатели, которые показывает российская статистика и показатели Центрального банка. Суды заполнены сегодня исками от банков, от коллекторов, судебные приставы завалены листами в исполнительном производстве. Реально говорит о том, что закон о потребительском кредите и займе фактически довел многие семьи сегодня до нищеты, и что у людей нет денег для того, чтобы погашать взятые ими займы, и кошельки сегодня пустые. И, наверное, закон побудил к тому, что люди сегодня перед законом вышли на митинги, валютные заемщики. И, наверное, Сергей Владимирович, нужно вопрос решать не в ручном режиме с валютными заемщиками, а системно подходить к решению тех вопросов, которые сегодня стоят на повестке дня. И, наверное, конечно, это не дело, когда поручение президента исполняется год, полтора, а люди страдают и ждут, когда Минфин разродится и внесет необходимый законопроект, несмотря на то, что даже есть поручение президента Российской Федерации. Действительно, нужны все-таки не точные решения, а кардинальные решения. И такие решения ЛДПР предлагала неоднократно. И буквально приведу еще два примера тех законопроектов, на которые мы так и не могли получить положительное заключение правительства Российской Федерации. Но одно из них, конечно, это минимизировать рекламу всех вещей, связанных с потребительскими кредитами и займами. И думаю, что здесь вы согласитесь с тем, что эта реклама является очень агрессивной, она существенно давит на граждан, и граждане идут, и как зомбированные идут, получают кредиты, получают займы, и не смотрят и не читают те условия, которые там написаны мелким шрифтом. Если считать, что мы добавим информацию про валютные риски, ну, ничего этого не произойдет. Это также будет написано мелкими шрифтами, и граждане не дойдут до 10-й страницы, дочитывая этот текст договора. Следующее предложение это было в целом запретить переуступку. Запретить переуступку по потребительским кредитам и займам, чтобы не дать возможность сегодня коллекторам взыскивать эти деньги теми агрессивными методами, которыми они сегодня действуют. Поэтому, наверное, хотелось бы, чтобы законопроект, который сегодня Государственная Дума, наверное, поддерживает в первом чтении, мы там не останавливались, и чтобы Минфин подумал о расширении тех ограничений, которые будут созданы и для банков, и для тех организаций, кто занимается потребительским кредитованием и займами, чтобы все-таки больше защитить нашего сегодня с вами потребителя. Поэтому прошу те предложения, которые прозвучали у меня и у моего коллеги депутата Катасонова, их учесть и ко второму чтению, и будущих законопроектов по этой теме. Спасибо. Спасибо. Уважаемый докладчик, содокладчики, есть ли желание выступить заключительным словом? Нет. Уважаемые коллеги, ставится на голосование пункт 23 проекта федерального закона о внесении изменений в статью 5 федерального закона о потребительском кредите и займе. Просьба включить режим голосования. Покажите результат. Решение принимается. Законопроект в первом чтении принят. Уважаемые коллеги, переходим к 24 пункту проекта федерального закона о внесении изменений в часть 3 статью 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Доклад первого заместителя председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрия Петровича Синельщикова. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, органы предварительного следствия и дознания достаточно широко используют различные заключения, полученные по результатам судебных экспертиз. В соответствии с ныне действующей частью 3 статьи 195 Уголовно-процессуального кодекса, следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и разъясняет им их права. Об этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением. Но, к сожалению, на практике нередко ознакомление обвиняемых и защитников
потерпевших и их представителей с постановлением о назначении судебных экспертиз и разъяснение их прав происходит уже после окончания экспертиз. Такая практика лишает участников процесса возможности задать вопросы экспертам, заявить ему отвод, ходатайствовать о производстве экспертизы в ином учреждении, что позволяет следователю создавать для себя облегченные условия работы. Это происходит в связи с тем, что закон не содержит прямого указания на обязанность следователя ознакомить обвиняемого и потерпевшего с постановлением о назначении судебной экспертизы до начала экспертного исследования. В результате нарушаются права обвиняемого и иных участников процесса на справедливое судопроизводство, и законопроект призван устранить этот недостаток. Его поддерживает профильный комитет, а также фракция КПРФ. На законопроект поступило замечание о том, что он не учитывает положение части 1 статьи 144 УПК, предусматривающих возможность проведения судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела при проверке сообщения о преступлении, а также случаи, когда по объективным причинам отсутствует возможность ознакомить участников уголовного судопроизводства с постановлением о назначении экспертизы до ее начала. То есть это отсутствие, болезнь, уклонение от ознакомления, нахождение в розыске лица, которое необходимо уведомить и так далее. Ко второму чтению мы готовы учесть это замечание, тем более что в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда о судебной экспертизе по уголовным делам, в том случае, когда лицо признано подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим после назначения судебной экспертизы, оно должно быть ознакомлено с постановлением о проведении экспертизы одновременно с признанием его таковым. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, коллеги. Есть вопросы. Пожалуйста, включите регистрацию на вопросы. Покажите список. Пожалуйста, Водолацкий Виктор Петрович. Юрий Петрович, вы упомянули то, что если человек болеет, то экспертиза не назначается. Есть случаи, когда специально уклоняются от данной процедуры, болеют, уезжают, и нет срока. В этом законе, который мы будем принимать, есть четкие понимания сроков исполнения экспертизы, если человек не приходит или болен, уклоняется, короче говоря? Спасибо за вопрос. Неявка обвиняемого, неявка участника процесса на экспертизу, на ознакомление с постановлением о назначении экспертизы не является препятствием для ее назначения. Человек знакомится позже, когда он явится, когда появится. Экспертиза назначается всегда своевременно, тогда, когда необходимо. Речь идет о том, что мы во втором чтении прислушаемся к тем замечаниям, которые нам высказали, и будем ориентироваться на то, что все-таки этого человека надо будет ознакомить незамедлительно, как только он перестал болеть или наконец явился. Пожалуйста, Плетнева Тамара Васильевна. Спасибо. Юрий Петрович, вот очень часто, когда нам пишут наши избиратели и жалуются на судебные наши органы, они пишут как раз о том, что иногда следователи отказываются от проведения экспертиз. Вот если такой будет случай, в данном законопроекте как раз идет об информировании подозреваемого о том, что и такая экспертиза есть. А если вот наоборот, кому обращаться тогда? Тем людям, которые обвиняются и хотели бы, чтобы экспертиза была назначена, считают себя невиновными. Спасибо, Тамара Васильевна. Ну, это немножко другой вопрос. Если следователь не назначает экспертизу по ходатайству потерпевшего или обвиняемого, то, конечно, надо обжаловать его действия либо руководителю следственного органа, либо прокурору. Так у нас прописано в законе. Можно и в суд обжаловать. Пожалуйста, Станкевич Игорь Валентинович. Спасибо. Юрий Петрович, все-таки вы, извините, первому коллеге не ответили на прямой вопрос. Если следователь обязан довести до участников процесса до начала экспертизы решение ее проведения, первый коллега задал именно так вопрос, до начала, вы говорите, что проведет потом, но ведь экспертизу-то они могут назначить
без доведения или могут? Спасибо. Спасибо. Экспертизу надо назначать тогда, когда ее необходимо назначить. Если лицо болеет или иным способом невозможно, или по другим причинам его невозможно ознакомить с постановлением о производстве экспертизы, тогда это не является препятствием для назначения. После того, как он выздоровел, его знакомят с этим постановлением, если экспертиза идет. Если она окончена, тогда с результатом экспертизы. Незамедлительно знакомят. Но это не является препятствием для того, чтобы экспертизу не проводить. Спасибо. Кто хотел бы выступить? Пожалуйста, включите запись на выступление. Покажите список. Брыкин Николай Гаврилович, пожалуйста. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, Юрий Петрович. Значит, достаточно подробно изложил причины, по которым необходимо принятие, рассматривать законопроекта. Вот, считаю приведенные доводы убедительными. Вот возьмем ссылку на Конституционный суд, который в ноябре 2007 года указал, что ознакомление подозреваемого или обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы после ее производства должно расцениваться как недопустимое нарушение права на защиту принципа состязательного равноправия сторон. Таким образом, законопроект, который мы будем принимать первым чтением, реализует правовую позицию Конституционного суда о том, что ознакомление с постановлением о назначении экспертизы должно предшествовать самой экспертизе. Вот то, что вы задавали первый вопрос, он абсолютно правильно все ответил, вы просто не поняли, наверное, ответ. Значит, назва законопроект направлен на расширение прав участника уголовного процесса, призван устранить злоупотребление со стороны правоохранительных органов. О том, что задавала вопрос. И здесь получается, что нарушение более всего, что правоохранительные органы могут нарушать права, и это устраняет их право. И далее, обвиняемый потерпевший при назначении судебной экспертизы имеет уже, собственно говоря, данное право, и правоохранительные органы не могут уже это делать. Эта поправка как раз с этим связана. Это одно из оснований. В связи с вышеизложенным, фракция «Единая Россия» поддержит принятие указанного законопроекта в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Заключительное слово докладчику. Юрий Петрович, будете выступать? Нет. Выступление полномочного представителя президента. Гарри Владимирович? Нет. Выступление полномочного представителя правительства. Нет замечаний. Коллеги, ставится на голосование пункт 24 о проекте федерального закона о внесении изменений в часть 3 статьи 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Включите режим голосования. Это зам, она же, да? Да. Покажите результат. Законопроект в первом чтении принимается. Пункт 25 повестки. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Доклад депутата Государственной Думы Ярослава Евгеньевича Нилова. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты. Фракция ЛДПР был внесен проект закона, которым предполагается установить дополнительные квалифицирующие признаки и изменить статью 166 Уголовного кодекса, которая звучит как неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным средством без цели хищения. Фракция ЛДПР постоянно уделяет пристальное внимание защите прав человека за рулем. К сожалению, с каждым годом все тяжелее и тяжелее владеть машиной, управлять автомобилем и бороться с тем хамством и с теми нападками со стороны чиновников, страховых компаний, владельцев нефтеперерабатывающих заводов.
и так далее. То, что эвакуация со временем превратится в банальное зарабатывание денег, об этом мы говорили еще до того момента, когда эвакуация платная была введена в Российской Федерации, опять же, нашими законодательными решениями. Цивилизованную меру, которая работает нормально в развитых странах, превратили в издевательство и в зарабатывание денег, пополнение бюджета регионов и набивание карманов соответствующих аффилированных структур. Эта проблема беспредела эвакуаторов, к сожалению, все чаще и чаще выливается в различные скандалы. Мы видим на телеэкранах, в интернете много различных ситуаций, когда просто издеваются над нашими автомобилистами, отправляя потом искать защиты в суды или в различные инстанции. Проблема эта не только крупных мегаполисов. И вот несколько примеров последних нескольких месяцев. В Туапсе молодую пару с беременной женой остановили, и автомобиль вместо того, чтобы вернуть владельцам, они находились в том месте, где автомобиль эвакуировали, автомобиль погрузили на эвакуатор и увезли. А за якобы сопротивление полиции водителя задержали, посадили в автомобиль полиции. Беременную женщину тоже попытались и даже применили силу. В результате наших депутатских запросов и в результате общественного мнения, которое было негативное, возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции. В Петербурге летом какой-то клерк из мэрии Санкт-Петербурга на основании местного закона принял решение об эвакуации транспортного средства, которое было припарковано без нарушения правил дорожного движения и использовалось в качестве автомобиля, с которого продавали кофе. И по нашим запросам, соответствующие проверки были проведены, нам ответили, что этот автомобиль был задержан из-за того, что был признан орудием совершения правонарушения. Но это полная глупость. Сейчас занимается Генеральная прокуратура, и мы ждем позиции Верховного суда по этому случаю. Ну а Москва – это вообще территория беспредела эвакуаторного. Здесь куда ни посмотри, везде обязательно найдутся интересные истории и новые ухищрения. Вот уже 7 месяцев фракция ЛДПР оказывает юридическую помощь чемпиону мира по боям без правил, который подвергся незаконному, в отношении которого были нарушены права, и в момент присутствия его при эвакуации транспортного средства ему не вернули автомобиль. Сотрудник МАДИ якобы не понял, что перед ним водитель стоит, автомобиль увезли. Прокуратура Москвы проверки устраивала. Бесполезно. Дошли до Генеральной прокуратуры. Наконец Генеральная прокуратура сказала, что да, сотрудник МАДИ нарушил закон. И в результате теперь все сотрудники МАДИ, а МАДИ это в Москве безобразно работающая инспекция, которая под собой подменяет некоторые функции полиции. Так вот, теперь они обязаны все свои действия фиксировать не только на видео, но еще писать звук. Потому что именно отсутствие звука не позволило и прокуратуре Москвы, и внутренним проверкам понять все-таки, о чем же говорил водитель сотрудникам МАДИ, почему автомобиль не вернули. Дело находится в суде, но это уже 7 месяцев. И мы надеемся, что суд все-таки вынесет справедливое правосудное решение, и деньги удастся вернуть. В данном случае речь идет уже о принципе. Поэтому мы считаем, что административной ответственности, которая сегодня установлена административным кодексом, ее просто недостаточно. Она есть, но она не работает. Мы просили прокуратуру обеспечить привлечение и оштрафовать инспектора на 20 тысяч, как это подразумевает административный кодекс. Сначала долгое время нам направляли разного рода ответы промежуточные, в итоге истек срок давности. И ни внутреннюю проверку, ни привлечь к административной ответственности этого сотрудника инспекции теперь невозможно. Он, соответственно, и дальше будет чувствовать себя безнаказанным, потому что у него есть соблазн и в дальнейшем нарушать закон, выполняя так называемое условно-нормативное задание, то есть обычный план по эвакуации транспортных средств, потому что это бизнес. В него вложили деньги, деньги надо отбивать. В связи с этим мы считаем, что необходимо установить ответственность для тех лиц, которые приняли незаконное решение об эвакуации транспортного средства, и установить ответственность в отношении тех лиц, которые обеспечили эту эвакуацию. Сотрудник, который работает в этих службах эвакуации, он не имеет права прикасаться к транспортному средству, это чужое имущество, пока он не получит копию протокола принудительного задержания. Но для того, чтобы ускорять этот процесс, делают все по-другому. Приезжают, хватают, сажают
инспектора в салон автомобиля и уезжает. По дороге составляет все документы. Главное сделать все быстро, чтобы не появился владелец транспортного средства в момент задержания. Так вот, мы считаем, что уголовная ответственность, она остановит такие вот горячие головы и желание зарабатывать и издеваться дальше. Мы в ЛДПР не сторонники сажать людей в тюрьму, зная, как у нас работают места принудительного содержания, но мы считаем, что принудительные работы, серьезные штрафы, они позволили бы немножко навести порядок в этом вопросе, который, к сожалению, уже давно запущен. И он порождает определенную социальную напряженность, в связи с чем фракция ЛДПР постоянно предлагает законодательные инициативы, к сожалению, редко находят они поддержку, но то, что уже сейчас обязали инспекторов писать на прибор не только видео, но и звук, это уже определенный шаг вперед, которого добилась фракция ЛДПР. Просим поддержать. Спасибо. Пожалуйста, содоклад первого заместителя председателя комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслава Ивановича Лысакова. Спасибо, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Конечно, нельзя не согласиться с озабоченностью наших коллег по поводу злоупотреблений, которые имеют место при задержании транспортных средств. Мы в предыдущем созыве приняли закон, который, казалось бы, должен жестко регламентировать этот процесс, но тем не менее злоупотребление продолжается. К сожалению, предложение, которые оформили авторы законопроекта в виде нового квалифицирующего состава, то есть дополнение к статье 166 УК, реализовать невозможно по нескольким причинам. И решение вообще этой проблемы, о которой говорил коллега, лежит совершенно в иной плоскости, честно говоря, не в той плоскости, которую предлагают авторы. Я могу сказать, где лежит это решение. Это решение единственное, кардинальное. Отменить эвакуацию из-под запрещающих знаков, оставив эвакуацию только за нарушение правил дорожного движения. Потому что расстановка запрещающих знаков, она, к сожалению, не имеет четких критериев. Ни в ГОСТах, ни в ПДД нет четких критериев, когда можно поставить запрещающий знак. А ведь это ограничение прав граждан. Мы видим, что не только в Москве, но уже в крупных городах, в не очень крупных городах, эти знаки расставляются буквально через каждые 10 метров, включая тихие улочки, тупиковые улицы, где нет никаких пробок и так далее, и так далее. И если мы оставим эвакуацию только за нарушение ПДД, то есть за стоянку, остановку на тротуаре, на остановке общественного транспорта, на трамвайных, троллейбусных путях, ближе 5 метров к переходу, на зебре и так далее, тогда порядок будет. Но это я немножко отвлекся в сторону. Что касается все-таки содержательной части законопроекта, то новый квалифицирующий состав, то есть неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, угон, совершенное лицом, принявшим неправомерное решение о принудительной эвакуации транспортного средства, а также лицом, осуществляющим неправомерно принудительную эвакуацию такого транспортного средства, которое предлагают коллеги, вот с таким новым квалифицирующим составом согласиться, к сожалению, невозможно. Почему? В соответствии с действующим законодательством решение о задержании и принудительной эвакуации транспортного средства в случае несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, принимается должностным лицом, уполномоченным составлять протокол о соответствующем административном правонарушении. И таким образом предлагаемый законопроектом конструкция, то есть пункт Г части 2 статьи 166 УК Российской Федерации, нарушает юридическую технику построения уголовно-правовых норм, поскольку неправомерные действия должностных лиц относятся к категории должностных преступлений, а преступление, новый квалифицирующий признак, который предлагает автор законопроекта, то есть угон без цели хищения, в том числе с должностными лицами и непосредственно осуществляющими задержание транспортного средства лицами, это преступление против собственности. И что касается лиц, которые непосредственно эвакуируют автомобили, то есть эвакуаторщики, то предлагаемые меры, например, уголовная ответственность, также не соответствуют принципам вины и справедливости, поскольку данное лицо осуществляет эвакуацию фактически выполняя неправомерное распоряжение должностного лица.
Кроме того, по нашему мнению, действующим законодательством предусмотрены достаточные меры правовой защиты, связанные с незаконной эвакуацией транспортного средства. Исходя из фактических обстоятельств конкретного дела, это можно квалифицировать и по статье 12.35, и мы в законе, который уже в течение года работает, законе, регламентирующем задержание транспортного средства, четко прописали 12.35, это штраф 20 тысяч рублей с должностного лица, который неправомерно, незаконно ограничил право на управление транспортным средством и его эксплуатацию. Можно квалифицировать эти действия по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть превышение должностных полномочий, в зависимости от наступивших последствий. То есть вопрос здесь не столько в законодательстве, сколько в правоприменении. В связи с изложенным, комитет рекомендует отклонить данный законопроект. Правительство Российской Федерации также не поддерживает этот законопроект, как и Верховный суд. Он также не поддерживает данный законопроект. Фракция «Единая Россия» рекомендует аналогично данный законопроект отклонению. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Иванович. Коллеги, вопросы есть. Пожалуйста, включите запись на вопросы. Покажите список. Пожалуйста, Ширин Александр Николаевич. Спасибо. Вячеслав Иванович, Государственная Дума текущего 7-го созыва избрана по новой системе. Это было предложение партии парламентского большинства, чтобы депутаты были ближе к народу. 225 территорий, одномандатные округа. И вот мы здесь сегодня в зале рассматриваем вопрос, чтобы был соблюден принцип защиты интересов наших избирателей, которые проживают в том числе и на территории тех одномандатных округов, которые входят в черту крупных городов, о которых сегодня говорил наш коллега Нилов, чтобы работала система сдержек и противовесов, состязательности сторон, чтобы, если есть система административного воздействия на нарушителей, должна быть соответствующая норма в Уголовном кодексе и в пояснительной записке, по-моему, явно было сказано по решению суда в отношении нерадивых представителей исполнительной власти. Пожалуйста, Вячеслав Иванович. Это больше похоже не на вопрос, а на комментарий. Тем более, что вот Александр Николаевич сказал об административном воздействии мерами уголовной ответственности. Но это одно другому как раз не соответствует. Мы говорим о том, что есть меры административной ответственности при данных злоупотреблениях, и есть меры уголовной ответственности. То есть нет необходимости вводить новый квалифицирующий состав. Пожалуйста, Сидякин Александр Геннадьевич. Спасибо, Вячеслав Викторович. У меня вопрос к Ярославу Евгеньевичу. Ярослав Евгеньевич, вы предлагаете криминализировать, по сути, должностное правонарушение. Но для того, чтобы мы всерьез рассматривали вопрос о криминализации того или иного общественного деяния, мы должны представлять его общественную опасность. Может быть, у вас есть какая-то статистика, когда под видом эвакуации совершается угон транспортного средства? Если она есть, то насколько это обширно? И вот вы в своем выступлении сказали, что нам нужно ориентироваться на опыт развитых стран. Что вы имеете в виду? Я считаю, что наша страна тоже развитая, и мы сами можем поделиться опытом. Спасибо. Пожалуйста. Нилов Ярослав Евгеньевич. Начну с опыта развитых стран. Если взять Европу, то те автомобили, которые занимаются принудительной эвакуацией, они не гоняют по городу, сами создавая пробки, не нарушают сами правила дорожного движения, паркуясь на тротуарах, на пешеходных переходах, в местах под знаком «стоянка и остановка запрещена». Они находятся на специальной стоянке, их вызывает инспектор, полицейский, и они эвакуируют. А у нас все построено наоборот. Они должны быть в движении и в постоянном поиске новых жертв. Учитывая, что уже правонарушителей стало гораздо меньше, новые ухищрения нашли. Просят сотрудника ГАИ, потому что полномочий сотрудника МАДИ не хватает, перемещаться в кабине эвакуатора в поисках автомобилей, которые паркуются в спальных районах в вечернее время, где-нибудь там на придворовой территории, на тротуаре и так далее. Поэтому я говорю о том, что в развитых странах эта мера воздействия и обеспечения есть, но работает она совершенно по-другому.
и не вызывает того озлобления, которое вызывает она здесь. Потому что здесь наплевательство, хамство, чванство и безнаказанность – это вот определяющие составляющие этого процесса. Что касается фактов, когда используют эвакуатор для угона автомобиля, да, такие факты есть. Но статистикой я поделиться не могу, но такие факты есть, когда эвакуатор используют именно для угона транспортного средства. В том числе и автомобили, которые использовал департамент транспорта, также были в этом уличены какое-то время назад. Что касается незаконной эвакуации сотрудниками, которые занимаются эвакуацией, хочу вот сразу же ответить на реплику со стороны представителя комитета. Эвакуаторщик – это обычный дворник. Дворник метет и убирает там окурки и бумагу, которая валяется. Эвакуаторщик, он убирает автомобиль, который припаркован с нарушением. Но без команды должностного лица, которая оформлена в качестве протокола, он этого делать не имеет права. Если же он в поисках жертвы с целью быстрее это все обеспечить, сделать и увезти, нарушает закон, не дождавшись оформления, грузит автомобиль и уезжает, он нарушает. Тем самым создает определенную общественную опасность. Как это было сделано в случае с чемпионом мира ММА, про которого я говорил, они закрепили кое-как автомобиль, отъехали 50 метров, остановились и доукрепили. Но фактически они совершили не только должностное преступление, они нарушили все мыслимые и немыслимые нормы и технику безопасности. За это водителя автомобиля и непосредственно человека, который занимался погрузкой автомобиля, их привлекли к дисциплинарной ответственности. Мы говорим о криминализации для того, чтобы по рукам надавать этим бездарно работающим сотрудникам, которые чаще всего работают в МАДИ, получают техническое условное задание, сколько автомобилей в сутки надо эвакуировать, чтобы... Пожалуйста, Иванов Сергей Владимирович. Спасибо большое. Уважаемый Вячеслав Иванович, ну вот если вам не нравится внесение изменений в статью 166, то смотрите, в Уголовном кодексе есть статья 325.1, называется «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства», которое совершается из корыстной заинтересованности, ну и так далее. А вот если в эту статью будет внесено изменение, поскольку и там, мы знаем, присутствует как раз корыстная заинтересованность, вы поддержите данное нововведение? Пожалуйста, Вячеслав Иванович. Мы все-таки обсуждаем не гипотетические предложения. Вносите, будем обсуждать. Это не мое мнение, уважаемый коллега, а мнение комитета по поводу данного законопроекта, который мы рассматриваем. Пожалуйста, Максимов Василий Юрьевич. Спасибо, Вячеслав Викторович. У меня вопрос к Ярославу Евгеньевичу. Ярослав Евгеньевич, вы опытный депутат и не можете не понимать, что принятие закона в том виде, в котором вы его предлагаете, ну, на эвакуации просто будет покончено. И мы вернемся в доэвакуаторную эру, когда нельзя было пройти по тротуарам и нельзя было проехать по дороге. Вы являетесь принципиальным противником эвакуации? Пожалуйста, Ярослав Евгеньевич. Уважаемый Василий Юрьевич, ну вы внимательно, пожалуйста, послушайте то, о чем я говорил на трибуне. Можно взять стенограмму, прочитайте текст законопроекта и посмотрите, о чем идет речь. Речь идет исключительно о том, когда должностное лицо незаконно принимает решение о принудительной эвакуации, либо об ответственности лица, который занимается принудительной эвакуацией, незаконно. Исходя из вашего вопроса и из той формулировки, которую можно опять же взять в стенограмме, можно сделать вывод, что абсолютно все случаи принудительной эвакуации в России, они незаконны, и принятие нашего закона повлечет за собой уголовную ответственность, что вообще прекратит этот процесс. Поэтому вы, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с текстом законопроекта и сами тогда ответите на свой вопрос. Что касается нашей принципиальной позиции, ЛДПР неоднократно говорила, и здесь мы согласны с представителем комитета, надо прекратить эвакуировать все подряд из-под запрещающих знаков, и эвакуация должна быть только тогда, когда автомобиль действительно мешает. К сожалению, сегодня процесс выдавливания автомобилей из центра города или процесс, который давно запущен, направлен на то, чтобы человек отказался от своего транспортного средства и пересел в общественный транспорт, он
подогревается в том числе и работой служб эвакуации. Таким образом, появляется все больше и больше запрещающих знаков «Остановка и стоянка запрещена», потом под ними вдруг появляются таблички «Работает эвакуатор», а потом появляются эвакуаторы, в том числе и в спальных районах. Поэтому мы являемся категорическими противниками такого подхода к делу. Мы считаем, что действительно надо эвакуировать, когда автомобиль стоит на пешеходном переходе, на тротуаре, на остановке, мешая подъезду и остановке общественного транспорта и так далее. Но когда искусственно создают препятствия для парковки автомобилей, искусственно вешают знаки там, где этого делать не надо, а порой автомобили паркуются без нарушений ПДД, появляются знаки запрещающие, с табличками «Работает эвакуатор», и эвакуаторы начинают таскать. Это недопустимо. Вот ЛДПР категорически противники такого процесса и такой постановки вопроса. Пожалуйста, Черкасов Кирилл Игоревич. Спасибо. Вопрос содокладчику. Вячеслав Иванович, очень приятно, что в вашей дискуссии уже появляются действительно элементы дискуссии, когда вы сами подсказываете, как лучше сделать, чтобы этот пакет целый законопроектов работал. Но вы сами сказали, что есть правоприменительная практика, а есть еще такая вещь, как профилактика. Мы понимаем, что если появится такой законопроект, то многие преступные группы, о них сегодня уже идет речь, можно выйти на Петровку, на Ордынку и посмотреть, как вместе с сотрудниками МАДИ и сотрудниками ГАИ работают лица определенной национальности, которые не только подсказывают сотрудникам МАДИ, какой автомобиль можно убрать и куда ушел пассажир или водитель этого автомобиля, но они тут же предлагают услуги за определенные деньги, можно догнать и в соседнем квартале оформить протокол, но заплатив с ними наличными. Так давайте вернемся тогда действительно к дискуссии и конструктиву, и этот закон примем как возможность профилактировать такие создания таких групп и работы у преступных сообществ по... Пожалуйста, Вячеслав Иванович Лысаков. Да, уважаемый Кирилл Игоревич, я буквально двумя словами вернусь к предыдущему высказыванию Ярослава Евгеньевича. Он сказал об эвакуации как о мере воздействия. Вообще это обеспечительная мера, это не мера воздействия. Это техническая процедура, обеспечительная мера. Но действительно имеется масса нарушений этой процедуры, и превентивно принимать меры уголовной ответственности здесь, конечно, совершенно негоже. Я возвращаюсь к своему предложению о том, что эту обеспечительную меру надо отменять, потому что знаков немерено запрещающих, ставят их везде, где можно и где нельзя. А вот в случае нарушений ПДД, которые четко сформулированы, это вот те как раз ситуации, которые я перечислял, они имеют конкретную направленность, они имеют четкие критерии, четкие формулировки. В этом случае оставить эвакуацию, потому что другими путями мы с этими безобразиями никогда не прекратим, в том числе и введением уголовной ответственности. Спасибо. Коллеги, кто хотел бы выступить по данному вопросу? Есть. Пожалуйста, включите запись на выступление. Покажите список. Пожалуйста, Вострецов Сергей Алексеевич. Да, уважаемые коллеги, действительно вопрос очень серьезный поднят, и мы уже вносили ужесточение ответственности по ПДД за неправильную парковку, в частности, Вячеслав Иванович эти предложения вносил, и сегодня, я могу сказать, по Питеру на местах для инвалидов никто уже машины не паркует, потому что до 5000 штрафа подняли и охоту отбили, и уже эвакуировать никого не нужно. Совсем недавно был в Забайкалье, там очень высокие штрафы, и мне показалось, что я побывал в Финляндии. Вот когда из России в Финляндию выезжаешь, все соблюдают скоростной режим. Я считаю, что нам однозначно этот вопрос решать нужно, потому что он очень травмирует людей, но решать не путем привлечения кого-то к уголовной ответственности, а значительно увеличить штрафы за неправильную парковку и запретить эвакуировать автомобили, если они не мешают дорожному движению. Вот и все. Надо наказывать рублем, это очень всех воспитывает и всех приведет в чувство, наполнит бюджет и снимет напряжение. Спасибо. Шерин Александр Николаевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, ну хотел бы напомнить, что речь идет не о запрете эвакуации транспортных средств, а речь идет о совершенно справедливой норме, которая будет применяться по решению суда, которому, несомненно, все присутствующие в зале доверяют.
в случае, если должностным лицом был нарушен закон, в результате принятия неверного решения был эвакуирован транспорт. Вот я хочу привести пример, когда машины движутся с превышением скорости, и это фиксируется, соответственно, на видеокамеру присылается штраф человеку, он уже автоматически штраф, проплатив несколько месяцев, снижает скорость. Для этого не нужно машину эвакуировать. Речь-то идет о том, что если мы хотим навести порядок на улицах, то должна быть, соответственно, введена норма, при которой люди получают штраф, но не зарабатывают денежные средства коммерческие организации при помощи чиновника, которые по беспределу эвакуируют транспортные средства. И меня очень удивляет еще такая мера, когда мы здесь с вами обсуждаем, как бы законодательный орган страны, который заботится о своих избирателях. Как у нас легко и просто проходят изменения в закон, когда предлагают лишать водительского удостоверения за нарушение правил дорожного движения 3 раза подряд за год. Зато когда смотришь новости, когда молодые юноши и девушки, только прогремели их фамилии в каких-то сводках о том, что они нарушили правила дорожного движения, снимают на телефон, как они изгаляются над сотрудниками ГИБДД, комментируют и нарушают все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения. И тут же, после того, когда проходит некоторое время, они снова попадаются на нарушение правил дорожного движения, и выясняется, что огромное количество неоплаченных штрафов, и выясняется, что огромное количество случаев, когда они выезжали за границу, ни служба судебных приставов их не остановила, ни сотрудники полиции не обратили внимания на то, что у автомобиля есть неоплаченные штрафы. Поэтому давайте мы как-то будем подходить к этому вопросу абсолютно предсказуемо и не включать здесь двойные стандарты. Если мы хотим, чтобы закон распространялся на всех одинаково и был справедлив, давайте защищать интересы и пешеходов, и водителей. Если мы принимаем нормы, которые наказывают нарушителей правил дорожного движения, давайте в том числе применять нормы, когда будут наказываться нарушители законодательства в отношении водителей. Поэтому, уважаемые коллеги, особенно те, кто избраны по одномандатным избирательным округам, я обращаю ваше внимание, что ваши избиратели будут недоумевать, почему вы, если кто-то решил не поддержать предложение депутата Госдумы фракции ЛДПР, не стали принимать нормы, которые бы ограничили беспредел со стороны чиновника в отношении ваших избирателей. Еще раз напоминаю, речь идет о применении мер. Гартунг Валерий Карлович. Уважаемые коллеги, наша фракция поддерживает это решение. Безусловно, речь идет о том, что этим законопроектом авторы пытаются поставить заслон преступной деятельности по зарабатыванию денег на эвакуации, на незаконной эвакуации. Это вообще бизнес преступный. И остановить его более высокими штрафами невозможно, потому что экономика показывает, что зарабатывание гораздо больше, на порядок больше, чем им грозит грозящий им штраф. Поэтому введение уголовной ответственности за такого рода преступления – это мера разумная. Что касается предложений Вячеслава Ивановича Лысакова о том, что это можно урегулировать там 286 статьей, безусловно, согласен, но есть много разных статей Уголовного кодекса, которые можно было бы здесь применить, но это, как же вы правильно сказали, это на вкус правоприменителя. Вот. В целом можно во втором чтении расширить варианты из применения уголовного законодательства в отношении вот таких преступлений. И может быть, дополнительные квалифицирующие признаки можно было бы включить. Я считаю, что мера нужная, правильная. И, как было сказано авторами законопроекта, это возможность уравновесить, скажем так, ситуацию, когда если автолюбитель нарушает права, его наказывают, а когда вот его права нарушаются, то он здесь, к сожалению, беззащитен. Вот тут мы, я думаю, что все должны встать на защиту автомобилистов и защитить их хотя бы частично от преступных посягательств на их транспортные средства. Спасибо. Марданшин Рафаэль Мирхатимович. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, фракция «Единая Россия» не поддерживает данный законопроект.
целом, соглашаясь с тем, что такая проблема, проблема незаконной эвакуации транспортных средств существует, хотелось бы отметить, что предлагаемый законопроектом конструкция нарушает юридическую технику построения уголовно-правовых норм. И кроме этого, хотел бы отметить, что установление уголовной ответственности за угон в отношении лица, осуществляющего неправомерно принудительную эвакуацию транспортного средства, не соответствует принципам вины и справедливости, поскольку данное лицо осуществляет эвакуацию, фактически выполняя неправомерное распоряжение должностного лица. И эту проблему, конечно, нужно решать иными мерами правового регулирования. Но одну из мер уже подсказал в своем выступлении Лосаков Вячеслав Иванович, и в связи с чем фракция «Единая Россия» предлагает Государственной Думе отклонить данный законопроект в первом чтении. Спасибо. Представитель президента, правительства, автор. Да, Нилов Ярослав Евгеньевич хочет. Нилов Ярослав Евгеньевич, пожалуйста, с места. Спасибо всем тем, кто поддержит нашу законодательную инициативу. От «Единой России» выступал депутат Марданшин. Ранее этот проект закона находился в профильном комитете, комитете по уголовному законодательству. И депутат Марданшин был ответственным за этот законопроект и сам подчеркнул важность проблемы, потому как сам стал жертвой эвакуаторного беспредела. Когда я выступал и говорил, что эвакуация используется как мера воздействия, я имею в виду, что ее используют как механизм для того, чтобы процесс выдавливания граждан из центра Москвы или процесс, направленный на то, чтобы отказывались люди от собственных транспортных средств, работал и приносил свои плоды. Вот о чем идет речь, когда я говорю про меру воздействия. С точки зрения административного кодекса, эвакуация – это действительно мера обеспечения, обеспечительная мера, я об этом тоже неоднократно говорил. Те статьи в административном кодексе, которые существуют, они не работают. Я это убедился на личном примере, и мы 7 месяцев добиваемся справедливости, привлекли судебные инстанции и генерального прокурора. Но сытый, довольный сотрудник МАДИ безнаказанный ходит и дальше занимается тем, чем занимался. И неизвестно еще, чем весь этот процесс закончится, в том числе и для него лично. Поэтому мы считаем, что введение уголовной ответственности за подобные действия будет правильным шагом со стороны Государственной Думы, направленный на то, чтобы остановить запущенный механизм, при котором обогащаются бюджеты субъектов Российской Федерации, обогащаются коммерсанты, которые работают вместе с аффилированными чиновниками, обогащаются другие лица, которые умеют выигрывать конкурсы, аукционы и так далее, а страдают водители. Водители и так загнали в угол. То поднимает цены, невозможно на бензин, невозможно припарковаться. Выборы прошли, теперь заговорили о том, что необходимо увеличить стоимость платной парковки в Москве. Разве это нормально? Разве это справедливо? Мы запросили информацию в Федеральной антимонопольной службе и в прокуратуре. Правильно ли тарифы в Москве урегулированы на принудительную эвакуацию? Оказывается, они даже занижены. Почему-то коммерческие тарифы в два раза практически ниже, чем те, которые сегодня установлены региональными властями. Мы считаем, что уголовная ответственность – это будет тот правильный шаг, который ударит по рукам тем чиновникам и тем исполнителям, которые обнаглели, оборзели, почувствовав свою безнаказанность. Просим поддержать. Спасибо. Комитет. Да, Лосаков, включите микрофон. Спасибо. Я просто короткую реплику по поводу выступления Валерия Карловича Гартунга. Я не предлагал решить эту проблему применением 286 статьи, просто это должностное преступление, оно может быть квалифицировано и так. Я предлагал отменить эвакуацию из-под запрещающих знаков, но могу сразу детали сказать, подняв штрафы и применив блокировку колес. А вот эвакуацию за нарушение ПДД оставить, там четкие критерии, когда водитель нарушает правила дорожного движения, машина подлежит в ряде случаев эвакуации, но там знаков никаких запрещающих нет. Но это если уж это так для уточнения. Спасибо. Спасибо. Ставится на голосование 25-й пункт повестки дня проект федерального закона о внесении изменений в статью 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Включите режим. Покажите результат. Не принимается.
26. Проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Доклад депутата Государственной Думы Ивана Константиновича Сухарева, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги. Вашему вниманию предлагается законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, который внесла группа депутатов ЛДПР. Законопроектом предлагается внесение изменений в части установления ответственности за превышение полномочий сотрудникам собственной службы охраны организации при выполнении своих должностных обязанностей и лицом, исполняющим такие обязанности по договору возмездного оказания услуг. Необходимость внесения соответствующих изменений в уголовное законодательство обусловлено, на наш взгляд, следующими обстоятельствами. А именно, в настоящее время статьей 203 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за превышение полномочий частным детективам или работникам частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства. Однако анализ резонансных событий последних лет позволяет сделать вывод о необходимости внесения изменений в уголовное законодательство в части установления ответственности за превышение полномочий лиц, являющихся сотрудниками собственной охранной организации, не имеющих удостоверения частного охранника, либо граждан, являющихся сотрудником службы охраны организации по договору возмездного оказания услуг. Такие лица при превышении своих должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, не подпадают под санкции, предусмотренные статьей 203 Уголовного кодекса, которые влекут за собой наказание до 7 лет лишения свободы. Собственно говоря, и мы предлагаем самую тяжелую санкцию в виде лишения свободы до 7 лет. Проблема заключается в том, на наш взгляд, что человек, который надевает бейдж с надписью «Охрана», приобретает так называемый синдром командира, и результатом превышения своих полномочий такой категории сотрудников организации являются случаи необоснованного применения силы, незаконного задержания и иных противозаконных действий, в дальнейшем повлекших за собой не только нарушение прав и законных интересов, ущерб для их здоровья, но, к сожалению, даже и летальный исход. Ну, примеров достаточно много, их можно увидеть в интернете, в Ютубе. Собственно говоря, средства массовой информации пестрят массой таких эпизодов. Ну и, конечно, отдельно хочется вспомнить случай гибели 81-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая пережила блокаду, но вот не пережила такого отношения так называемых охранников в магазине. Необходимо отметить, что торговое предприятие, сетевой магазин, где произошел данный инцидент, в отличие от других сетей, не имеет отдельной охраны и наблюдает за покупателями тот, кто в данный момент свободен от работы. Конкретного лица, ответственного за охрану и порядок, нет. И порой инструкции, регламентирующие полномочия таких охранников, противоречат здравому смыслу. То есть, если нет задержаний, охрана не работает и, соответственно, следуют какие-то взыскания. И такой службе, соответственно, нужны задержания для того, чтобы показать свою работу. В результате излишнего служебного рвения нарушаются права и законные интересы наших граждан. Правительство Российской Федерации в своем отзыве на законопроект ссылается на то, что в настоящее время уже действуют нормы уголовного законодательства, регулирующие ответственность за такие преступления. Но мы считаем, что этих норм недостаточно, и данный законопроект как раз устраняет имеющийся в законодательстве пробел. Внесение изменений позволит, на наш взгляд, более эффективно предотвращать преступления, совершаемые в результате действий так называемых охранников и выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, и, соответственно, пресечь эти вредные
действия. Подытоживая выступление, хочу сказать, что данная инициатива не только вынудит личную охрану вести себя вежливым и уважительным образом, но и сохранит здоровье, а в некоторых случаях и жизнь наших граждан. Поэтому прошу поддержать данную инициативу ЛДПР. Спасибо. Спасибо. Доклад заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Рафаэля Мирхатимовича Марданшина, пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, докладчик по законопроекту Сухарев, депутат Сухарев Иван подробно рассказал о сути законопроекта и о тех поправках, которые предлагаются данным законопроектом. Со своей стороны хотелось бы отметить, что данный законопроект был рассмотрен на комитете, и по существу законопроекта хотел бы отметить, что действующее законодательство уже у нас предусматривает уголовную ответственность за превышение полномочий частным детективам или работникам частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. Особый правовой статус и соответствующие полномочия указанных лиц регламентированы законом Российской Федерации о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации. И именно по этой причине превышение указанными лицами своих полномочий выделено уголовным законом в качестве самостоятельного состава преступления. Проектное положение об установлении уголовной ответственности в отношении лиц, являющихся сотрудниками службы охранной организации, не учитывает, что законодательство Российской Федерации не оперирует понятием «служба охранной организации». Более того, в отношении таких лиц не установлен специальный правовой статус и не определены присущие такому статусу полномочия и их пределы. Следовательно, сотрудники службы охраны организации, не обладающие статусом частного охранника, полученного в установленном законом порядке, несут ответственность на общих основаниях, в частности, за причинение вреда здоровью различной степени тяжести при превышении должностных полномочий, причинение смерти по неосторожности, ну и по другим причинам. Кроме этого, относительно проектной части 2 статьи 203 со значком 1, в которой устанавливается ответственность за противоправные действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с использованием оружия или специальных средств и повлекшие тяжелые последствия, следует учитывать, что в силу пунктов Б и К части 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации наступление тяжких последствий в результате совершения преступления и совершения преступления с использованием оружия, специально изготовленных технических средств и с применением физического или психического принуждения является обстоятельствами, отягчающими наказание и учитывается судом. Кроме этого, нарушение работникам норм локальных нормативных актов организации влечет дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность. В связи с этим полагаем, что введение уголовной ответственности за действия сотрудника службы охраны организации, выходящие за пределы полномочий, установленных локальными нормативными актами организации, является неоправданной и чрезмерно суровой мерой. Официальный отзыв правительства и Верховного суда на данный законопроект. Правительство и Верховный суд не поддерживают данный законопроект. И на основании вышеизложенного комитет по государственному строительству и законодательству предлагает данный законопроект отклонить в первом чтении. Спасибо. Есть ли вопрос? Есть. Включите режим записи на вопрос. Покажите список. Палкин Андрей Васильевич, пожалуйста. Спасибо, Александр Ильич. Иван Константинович, не кажется ли вам, что таким образом мы любую бытовую склоку превратим в долгое уголовное расследование, загрузив таким образом и наши следственные органы, и суды? А ведь еще и бывает, что и покупатель не всегда прав. Спасибо за вопрос. Нет, мне не кажется, скажу вам честно, потому что, к сожалению, таких историй много, борьба с ними неэффективна. Именно поэтому депутатами ЛДПР была предложена такая мера. И, собственно говоря, мы считаем, что она, именно введение
этой меры, повышенной ответственности за совершение подобного рода преступления, ну, поможет, собственно говоря, сохранить жизнь и здоровье наших граждан. И, собственно говоря, если говорить про прибыль сетевых магазинов, которые пользуются помощью таких охранников, в кавычках, то я думаю, что, учитывая объемы этой прибыли, это сильно не отразится ни на покупателях, ни на собственниках этих сетей. Спасибо. Марченко Евгений Евгеньевич, пожалуйста. У меня вопрос к Ивану Константиновичу. Ну, как вот коллеги выступали ранее, да, значит, ответственность частных охранников у нас в законе, в Уголовном кодексе определена. Вот, значит, вы вводите понятие, да, вот в своем законопроекте сотрудник службы охраны организации. Значит, вот в соответствии с законом о частной охранной деятельности такого понятия нет. Есть служба безопасности предприятия. Это первое. Значит, и она также лицензируется. Теперь, что касается ситуации в Петербурге. Я сам из Петербурга, и мы эти ситуации занимались, разбирались и в курсе, что там происходило. Значит, как правило, сетевики оформляют гастарбайтеров администраторами в магазине, а тот, в свою очередь, выполняет функции охранников. Понимаете? То есть у него может быть там бэдж, что он охранник, но фактически, как сказать, он может быть вообще не оформлен. Сухарев, включите микрофон. Можно вас попросить? Да. Спасибо за вопрос, Евгений Евгеньевич. Ну, если бы вы, наверное, более глубоко посмотрели на текст законопроекта, именно подобного рода псевдоохранников данный законопроект и касается. На сегодняшний день вот те люди, которые совершили преступление, псевдоохранники, они несут ответственность, как правило, по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание, по которой, по третьей части, до 4 лет лишения свободы. Мы же здесь попытались привязать к статье 203 и к санкции, предусмотренной этой статьей, а именно довести наказание для этих псевдоохранников до санкции, предусмотренной статьей для нормальных охранников, которые превышают свои полномочия, то есть до 7 лет лишения свободы. И еще хотелось бы отметить, что Санкт-Петербургом такие случаи не ограничиваются. Такие случаи происходят по всей России. Спасибо. Афонский Владимир Игоревич, пожалуйста. Благодарю вас, Александр Дмитриевич. Иван Константинович, вопрос. Иван Константинович, а вы не могли бы привести все-таки статистические данные, сколько такого рода правонарушений было совершено и какое количество лиц указанной категории вами не привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством? Благодарю. Спасибо, Владимир Игоревич. Ну, именно статистических данных не имеется, но статистика – это средство массовой информации, как печатные, так и наше телевидение, интернет, где, собственно говоря, которые пестрят подобного рода случаями. Просто мы взяли самый резонансный – смерть блокадницы, которая 81-летняя бабушка, которая пережила блокаду, но вот погибла, можно сказать, из-за действий так называемых охранников. Но статистических данных нет, но таких случаев достаточно, потому что мы ходим по земле, общаемся с гражданами, постоянно ведем прием граждан, депутаты ЛДПР это делают регулярно. Вот. Я лично принял за период исполнения полномочий депутата 6-го созыва 3500 человек, поэтому знаю, о чем говорю, проблема существует. Спасибо. Есть ли желающие выступить? Есть. Включите режим записи. Покажите список.
Брыкин Николай Гаврилович, пожалуйста. Спасибо, Александр Ильич. Значит, вот Иван Константинович, вы немножко путаете вот понятие. Вот Евгений Евгеньевич правильно сказал, коллега Марченко, о том, что вы говорите о сетевых маркетах, охранная структура собственного предприятия. Оно, во-первых, работает без лицензии. Надо тогда задавать вопрос правоохранительным органам, значит, почему они эти вещи там не документируют. Второе, есть же статья за самоуправство, которую нужно применять правильно. Значит, для этого правоохранительные органы должны документировать, тогда и будет ответственность. А для того, чтобы там насытить, значит, уголовный кодекс там еще дополнительными статьями, возьмите статья самоуправства, тяжкая статья, она будет тоже самая ответственность, потому что без лицензии самоуправства, вот и все вопросы, о чем можно еще обсуждать. Спасибо. Марченко Евгений Евгеньевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, авторы законопроекта, значит, пытаются вот в своем законе ввести понятие спецсубъекта в уголовном праве, есть такое понятие, но при этом их спецсубъект не обладает определенными признаками. Поэтому, в принципе, вот то, о чем они сейчас говорят, это все уже урегулировано действующим уголовным законодательством, поэтому я считаю, что данный законопроект нужно не поддерживать. А что касается Петербурга, то там по всем случаям возбуждены уголовные дела, и виновные понесли заслуженное наказание. Спасибо. Спасибо. Представитель президента правительства. Заключительное слово. Да, Сухарев, включите микрофон. Спасибо за обсуждение нашего законопроекта, который направлен на сохранение жизни и здоровья наших граждан. Мы считаем в партии ЛДПР, что это приоритет. Поэтому все-таки я призываю вспомнить о тех, кто пострадал в результате действий так называемых охранников, и вспомнить о тех, кто остался, на наш взгляд, фактически ненаказанным. Потому что срок до 3 лет, а именно по части 2 статьи 203, как правило, привлекают этих лжеохранников, то есть он недостаточен. И поэтому мы вот здесь провели аналогию и предложили все-таки установить повышенные санкции по этой статье и привлекать все-таки к ответственности более сурово, применив срок до 7 лет лишения свободы. Поэтому вот во имя сохранения жизни и здоровья наших граждан я призываю коллег поддержать законопроект ЛДПР. Спасибо. Сокладчик? Нет. Нет? Нет. Представитель президента, правительства. Ставится на голосование проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Пункт 26. Включите режим. Покажите результат. Не принимается. Коллеги, мы договаривались после 17.30 посмотреть законопроект по сокращенной процедуре. 34 пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 24.20 федерального закона об оценочной деятельности Российской Федерации. Михаил Евгеньевич Бугера, пожалуйста. Включите микрофон. Спасибо, Александр Дмитриевич. Уважаемые коллеги, данный законопроект основан на том, что сейчас очень многие субъекты не соглашаются с кадастровой оценкой их недвижимости и оспаривают эту кадастровую оценку либо в комиссии по оспариванию, либо в суде. И в каком-то количестве случаев выигрывают эти дела, и кадастровая оценка пересматривается, устанавливается на более низком уровне. Наши коллеги из Вологодского законодательного собрания предлагают в этом случае применять новую кадастровую оценку, установленную судом или оценочной комиссией по спорам, с того периода, когда впервые была эта кадастровая оценка назначена. Но комитет, рассмотрев данные вопросы, получив заключение из правительства, пришел к выводу, что в этом случае невозможно будет планировать бюджеты субъектов Российской Федерации. А для бюджетов субъектов Российской Федерации этот источник дохода играет очень большую роль.
большое значение. Тем более, что наши коллеги из Вологодского законодательного собрания основываются на том, что есть такие эксклюзивные случаи нарушения прав граждан. Но если будет принят закон в той редакции, как предлагает законодательное собрание, то этим воспользуются юридические лица. И действительно тогда ущерб для бюджетных систем, для бюджетов субъектов Российской Федерации будет очень значительным. Комитет предлагает отклонить данный законопроект. Спасибо. Спасибо. Ставится на голосование проект федерального закона. Включите режим голосования. Покажите результат. Склоняется. 35-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статьи 131 и 133 федерального закона о несостоятельности и банкротстве. Доклад Михаила Евгеньевича Бугера, пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, Рязанская областная дума, готовя данный законопроект, исходила из того, что на территории Рязанской области есть градообразующее предприятие, которое традиционно участвует в выполнении гособоронзаказа. И вот сейчас это предприятие попало под процедуру банкротства. И Рязанская областная дума предлагает внести изменения в федеральный закон о несостоятельности и банкротстве, который бы позволил, кроме предусмотренного законом о банкротстве единого счета, иметь данному предприятию еще один счет, через который бы проходили средства, которые связаны с выполнением контрактов по гособоронзаказу. К сожалению, наши коллеги из Рязанской областной думы не сумели представить данные, насколько эта проблема широко представлена в федеральном масштабе, поэтому и по ряду других соображений Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям считает, что данная законодательная инициатива недостаточно проработана, и, будучи принята, она бы породила серьезную коллизию в нашем законодательстве. И комитет считает, что скорее здесь нужно вносить поправки в законодательство о гособоронзаказе, но не в закон о несостоятельности и банкротстве. Комитет предлагает отклонить данную законопроектную инициативу. Спасибо. Спасибо. Ставится на голосование проект федерального закона номер 35. Включите режим голосования. Покажите результат. Не принимается. Поведение Гартунку Валерий Карлович, пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, у меня вопрос. У нас была принята упрощенная процедура, да? Да. Спасибо. Во время обсуждения повестки решили законопроект по упрощенной процедуре рассмотреть. 38-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 26.3 федерального закона об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов госвласти субъектов Российской Федерации и статью 1.3.1 КАП. Доклад заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Александра Сергеевича Грибова, пожалуйста. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Александр Дмитриевич, с места, пожалуйста, кратко. Кабардино-Балкарии, да, парламентом предлагается внести изменения в два названных вами закона в части расширения полномочий административных комиссий, которые создаются субъектами Российской Федерации. Предлагается в перечень целей создания административных комиссий включить рассмотрение дела об административном правонарушении. В настоящий момент цель привлечения к ответственности. Системное толкование норм кодекса говорит о том, кодекса об административных правонарушениях говорит о том, что сама процедура привлечения включает в себя несколько стадий, в том числе рассмотрение дела об административных правонарушениях. С учетом этого данные изменения, которые предлагает парламент, предлагаются излишними. Фракция «Единая Россия» солидарна с позицией комитета, который предлагает Государственной Думе данные изменения отклонить. Спасибо. Уважаемые коллеги, ставится на голосование пункт 38 о проекте федерального закона о внесении изменений в статью 26
федерального закона об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в статью 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Включите режим голосования. Хорошо. Тогда ему. Покажите результат. Законопроект отклоняется. Уважаемые коллеги, пункт 44 о проекте федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Доклад заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимира Александровича Крупенникова. Пожалуйста, Владимир Александрович. С места. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, законопроектом предлагается внести изменения в федеральные законы о связи, об общих принципах организации законодательных, представительных, исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, а также в закон Российской Федерации о средствах массовой информации. Главной целью законопроекта является включение региональных телеканалов и радиоканалов субъектов Российской Федерации в перечень обязательных общедоступных телеканалов или радиоканалов. Необходимо отметить, что с 15 июля 2016 года вступили в силу положения федерального закона 3 июля 2016 года 280 ФЗ о внесении изменений в статью 321 закона Российской Федерации о средствах массовой информации и статью 46 федерального закона о связи, в соответствии с которыми обязательные общедоступные телеканалы субъектов Российской Федерации были отнесены к обязательным общедоступным телеканалам. Таким образом, предлагаемые авторами законопроекта изменения потеряли свою актуальность. Комитет Государственной Думы по федеральному устройству и вопросам местного самоуправления, являющийся комитетом соисполнительным по данному законопроекту, также не поддерживает его принятие. На данный законопроект поступил отрицательный отзыв правительства Российской Федерации. Кроме того, авторами законопроекта не учтены требования статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающие определение источников и порядка исполнения новых видов расходных обязательств. Учитывая изложенное, Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи не поддерживает проект федерального закона 103-2502-6 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Рекомендует Государственной Думе отклонить его в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Поведение Вячеслав Иванович Лысаков. Уважаемый Вячеслав Викторович, комитет просит по сокращенной программе 53-й вопрос. Минуты хватит. Спасибо. 53-й, он у нас, по-видимому, стоит. Да. Он в порядке, у нас стоит по сокращенному порядку. Коллеги, ставится на голосование пункт 44. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект отклоняется. Пункт 45. О проекте федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Пожалуйста, доклад Ирина Викторовна Белых. Уважаемый Вячеслав Викторович, коллеги, проект внесен в Государственную Думу 27 июля 2015 года, подготовлен к рассмотрению в первом чтении. Проектом закона предусматривается установление административной ответственности за оставление в транспортном средстве ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Законопроектом предлагается внести дополнительную статью, предполагающую лишение права управления транспортным средством на срок от 1 года до 2 лет и наложение административного штрафа в размере 100 тысяч рублей за оставление ребенка малолетнего лица в возрасте до 14 лет в транспортном средстве. На законопроект имеется отрицательный отзыв правительства и высказан целый ряд замечаний. В качестве санкций два вида наказания, согласно части 3
статьи 3.3 за одно административное правонарушение может быть назначено основное либо основное дополнительное административное наказание. Опять-таки, лишение права управления транспортным средством в качестве дополнительного предусмотрено рядом статей, но законопроект не предусматривает внесение в них изменений. Установление безальтернативного административного штрафа не соотносится с размером административного штрафа, предусмотренного статьей 3.5 КАП для указанной категории лиц и не согласуется с положением статьи 4.1. В части, касающейся индивидуализации административного наказания, в зависимости от характера совершенного нарушения и личности виновного, его имущественного положения, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств. Введение санкций в виде лишения права управления транспортным средством вступает в противоречие с частью 1 статьи 3.8 КАП, что, когда мы говорим о грубом и систематическом нарушении порядка, пользование правом, ранее предоставленным специальным правом физическому лицу. К тому же субъект правонарушения в законопроекте не определен: собственник, владелец, водитель. В отличие от уголовного законодательства, КАП не содержит институт соучастия. Диспозиции проектируемой нормы допускают возможность расширительного толкования и неограниченного усмотрения в процессе применения, что может привлечь конкуренцию с нормами статьи 5.35 Кодекса административных правонарушений и статьи 125 Уголовного кодекса Российской Федерации. В законопроекте не определен орган власти, уполномоченный рассматривать дела о подобных правонарушениях. И помимо этого следует обратить внимание, что Уголовный кодекс, статья 156, также устанавливает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями либо законными представителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Таким образом, данный вопрос на законодательном уровне урегулирован, и Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной Думе данный законопроект к отклонению. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, ставится на голосование пункт 45 нашей повестки. Пожалуйста, включите режим голосования. Святое право. Нельзя на него посягать. Да, это можно. Правильно. Покажите результат. Законопроект отклоняется. Я прошу включить ускоренный режим голосования при рассмотрении последующих вопросов, исходя из вашего предложения, Николай Васильевич. 46-й пункт. О проекте федерального закона о внесении изменений в статью 6.3 федерального закона о государственной и социальной помощи, изменения в статью 16 федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Доклад Татьяны Васильевны Сапрыкиной. Пожалуйста. Уважаемый Включите Вячеслав микрофон. Викторович, уважаемые депутаты, законопроект внесен Архангельским областным собранием депутатов. Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон 178 о государственной социальной помощи, федеральный закон 323 об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Согласно пояснительной записке, данный законопроект разработан с целью исключения дублирования предоставления льгот в сфере лекарственного обеспечения льготных категорий граждан федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Необходимо отметить, что реализация законопроекта может привести к ухудшению положения отдельных категорий граждан в части льготного лекарственного обеспечения. Вместе с тем, наличие социальных гарантий в федеральном законодательстве не исключает их предоставление в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. Реализация законопроекта может привести к созданию неравных условий для граждан, относящихся к одной и той же льготной категории. С принятием данного законопроекта возможно увеличение количества граждан, которые откажутся от набора социальных услуг в пользу денежного эквивалента и примут решение получать льготные лекарственные препараты за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. При этом уменьшится сумма субвенций, выделяемых из средств федерального бюджета, и могут возникнуть непрогнозируемые дополнительные расходы бюджетов субъектов Российской Федерации. Комитет Государственной Думы по охране здоровья, как соисполнитель по данному законопроекту, рекомендует его отклонить. Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранам рекомендует Государственной Думе отклонить рассматриваемый проект федерального закона. Спасибо. Ставится на голосование пункт 46. Пожалуйста, включите режим голосования. Да.
Покажите результат. Законопроект отклоняется. Пункт 47. О проекте федерального закона о внесении изменений в основы законодательства Российской Федерации о культуре. Доклад Александра Михайловича Шолохова. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, согласно предлагаемой новой редакции части 2 статьи 12 основ законодательства Российской Федерации о культуре, лицам, не достигшим 18 лет, а также лицам, обучающимся в государственных высших учебных заведениях на очной форме обучения, предлагается гарантировать право на бесплатное посещение музеев Российской Федерации. При рассмотрении законопроекта усматривается ряд недоработок и противоречий. Во-первых, содержащееся в законопроекте понятие «государственное высшее учебное заведение» в Федеральном законе об образовании в Российской Федерации не используется, что исключает возможность четкого определения круга лиц, на которые распространяется предлагаемая редакция. При этом такая редакция необоснованно исключит из числа лиц, имеющих в настоящее время право бесплатного посещения государственных и муниципальных музеев, учащихся среднего профессионального образования, студентов частных образовательных организаций высшего образования, студентов образовательных организаций высшего образования, очно-заочной и заочной форм обучения, что приведет к нарушению принципов социальной справедливости и равного доступа к учреждениям культуры. Обращаем внимание, что мера по обеспечению бесплатного доступа в музей уже предусмотрена той самой частью 2 статьи 12 основ законодательства Российской Федерации о культуре, согласно которой лицам, не достигшим 18 лет, гарантируется право на бесплатное посещение музеев один раз в месяц. Лицам, обучающимся на основном профессиональном образовательном программе, предоставляется право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц. Порядок, определяющий правила посещения музеев лицами, не достигшими 18 лет, а также лицами, обучающимся по основным профессиональным программам, при предъявлении студенческого образца, билета установленного образца, утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации. Автор законопроекта указывает также, что его принятие не потребует бюджетных затрат. Но в действительности стоит значительное расширение предоставленных бесплатных услуг приведет к существенному сокращению расходов музеев всех уровней. Расчет выпадающих доходов бюджетных учреждений показывает, что они составляют до 50% общего объема внебюджетных средств, поступающих в эти заведения. Компенсация этих выпадающих доходов законопроектом не предполагается. Финансово-экономическое обоснование соответствующих расчетов не содержит, а механизм компенсации выпадающих доходов и компенсации расходов не предусмотрен. На основании вышеизложенного Комитет по культуре не поддерживает проект и рекомендует его отклонить. Уважаемые коллеги, ставится на голосование пункт 47. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект отклоняется. Рассматривается пункт 48 повестки о проекте федерального закона о внесении изменений в статью 39 Земельного кодекса Российской Федерации. Пожалуйста, доклад. Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Петрович Николаева. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, законопроектом предлагается увеличить срок, на который может быть продлен договор аренды земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства. Сейчас этот срок составляет 3 года, его предлагается увеличить до 5 лет. Согласно пояснительной записке, это необходимо для завершения застройщиком начатого строительства объекта капитального назначения в сложных экономических условиях. Комитет считает необходимым ответить, что вся указанная проблематика, которая была в пояснительной записке, уже решена нормами земельного законодательства. И, кроме того, законопроект получил отрицательный отзыв правительства Российской Федерации. На основании вышеизложенного Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям не поддерживает законопроект и рекомендует Государственной Думе отклонить его при рассмотрении в первом чтении. Ставится на голосование пункт 48. Включите режим голосования. Покажите результат.
Законопроект отклоняется. Пункт 49. О проекте федерального закона о внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации. Пожалуйста, Николай Петрович Николаев. Уважаемые коллеги, законопроектом предлагается установить возможность изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства объектов или реконструкции объектов благоустройства территории. Благоустройство является вопросом местного значения муниципалитетов. Фактически, в большинстве случаев выполняет эстетическую функцию или функцию озеленения. В этой связи мы считаем, что это не является вопросом государственного значения, в связи с чем работы по благоустройству не могут являться основанием для изъятия земельных участков у граждан и организаций, в том числе для государственных нужд. Законопроект не поддерживается правительством Российской Федерации. Имеется также отрицательное заключение Счетной палаты и Федеральной службы безопасности. На основании вышеизложенного Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендует отклонить законопроект при его рассмотрении в первом чтении. Спасибо. Ставится на голосование пункт 49 повестки. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект отклоняется. По ведению Бурнашов Алексей Леонидович. Вячеслав Викторович, прошу прощения, по 47-му планировал воздержаться, но неправильно нажал кнопку. По ведению Левицкий Юрий Андреевич. По 48-му вопросу я не голосовал. Хорошо. В стенограмму включите, пожалуйста. Уважаемые коллеги, в соответствии с нашим регламентом, в 18:00 мы заканчиваем с вами заседание. Спасибо большое за работу.